Всем привет, с вами снова Анюта Сметанчик. Сегодня я вам покажу на этом видео, как готовится желейный фруктовый торт. Итак, приступим. Для желейного торта нам понадобится желатин. Вот только я не знаю сколько. В том-то и проблема. Сейчас будем наугад. Как-то стрёмно. Сюда я хочу его поместить. Сюда. Сколько необходимо? Здесь 25 грамм. Кто-то пишет 30 грамм. Кто-то пишет 45, кто-то 50. 25 по-любому будет мало. Поэтому я не знаю, что будет, если я добавлю больше желатина, чем требуется. Я добавлю 2 пакета по 25 грамм. Еще. Где ножницы? Итак, добавляю я еще желатин. Давай. Все, 2 кружка желатина я выбавила. И сюда мне нужно будет залить где-то 0,5 стакана. 0,5 или 0,4 здесь. Вот. В том-то и проблема, что я даже не знаю, сколько здесь. Здесь не 0,5, не 0,4. Здесь знаете сколько? Здесь 0,2. Вот. Вот видите, какая умная. А это значит что? А это значит, а не то, что тебе нахрен не хватит вот этой каемочки. Поэтому мы достаем кастрюляку. Мы это все дело перекидываем вот эту кастрюляку. Желатин 50 грамм. Я не знаю, это много вообще, немного. Сколько надо вообще желатина? Хватит. Вот как раз остаточки у нас остались. Я думаю, это как раз так лишнее. Оно... Тарелка была мокрая, и оно мигом все прилипло. Смотрите, смотрите. Оп-оп, и все. Короче. Блин, так это сейчас тоже. Все. Наливаем кипяток. Блин, какая фигня. Наливаем кипяток. Я не знаю, сколько. Так, бобрику. Это 200 грамм. Нам нужно 0,5. 1, 2, 1. Подождите, я уже 2 налила. Значит, надо была половина. Еще одну подала. Короче, я рисковая баба. Я почти стакан наливаю сюда. Ладно, я не рисковая, немножко все-таки оставляю. И теперь бобрику надо мешать, потому что она застынет и идут. Жопа будет всем нам. И, блядь, все, походу жопа. Все. Короче, я это сейчас перемешаю и оставлю, чтобы это остыло. Сейчас я буду, знаете, что делать? А вот что я буду делать. Нам нужна сметана была нежирная. Опять-таки, 400-900 грамм. Ну, это чересчур. Я взяла 800 грамм. Не знаю. Сейчас, наверное, 500 грамм хватит. Чтобы побольше был торт. Чтобы не стыдно было нести, понимаете? Что нам надо? А нам надо следующее. Вот как-то это говно сюда. Эту сметану жижевую. Блин, я не знаю, как мне ее. Не знаю, сейчас по ложечкам это будет жопа полная. Сколько я буду 3 часа этим заниматься. 1. Блин, это все будет бесконечно. Бесконечно долго, время идет. Вообще жопа полная. Все, я не могу, у меня уже стол грязный. У меня грязный стол. Что я чересчур жестковая баба стала в последнее время. Жизнь меня не учит. Все, я говорю вам, мне сейчас будет психи. Блин, это сейчас будет 3 часа это делать. Это будет так медленно.
Это вот возьму и переверну. Давай. Как оно мягкое. Все, пожалуйста, больше не надо. Хватит. Сделайте хоть что-нибудь, помогите, кто чем может, пожалуйста. Дебилу, помогите. Черт, у меня сейчас будет сметане. Сметане, у меня сейчас все будет. А она даже не жирная. Блин, куда мне эту дальше, эту хуйню? Блин, уже как наркоман, смотришь. С клеем, да, который нюхает вот это. Я видела. Мальчики ходили. Когда я снимала свадьбу, а фотографом была. Они подошли. И начали стихи рассказывать молодоженам, чтобы им дали деньги. Те дали им деньги, они развернулись. И буквально пару метров от нас, уже не стесняясь, достали свое вот это дело и шли и нюхали. И я охренела. Им, наверное, лет по 12 было. Это так мерзко, фу-фу-фу. Так хотелось подойти и въебать. Въебу по роже, сука, их. Фу. Какого хрена вообще этим хреном заниматься? Как по мне, так лучше пойти в кино, в кинотеатр, на Хоббита и насладиться. Хотя эта часть была очень грустная. Война, да, как она там называлась, не помню. Очень грустная. Я плакала, 3 гнома умерла. Вот так вот. Итак, вернулись мы к нашему желейному тортику. У меня здесь сметана, я не знаю, 400-500 грамм, сколько я добавила. Вот. Теперь мне надо добавлять 1 стакан сахара к этой жиже. Вот у меня стакан. 1 стакан 200 грамм. А где у нас сахар? Будет сахар у нас. Добавляем мы 1 стакан. Осторожно, пожалуйста, только не рассыпься. Только не рассыпься. Два. Опачки. Еще немножко можно. Все. Хватит жрать сахар. Итак. Добавляем сметану и сахар. И так, это все надо теперь размешать по красавчику. Я ненавижу это мешание. Как херня ваше мешание. Нет вот этой хрени у меня дома. Придется замучиться руками. У меня уже руки болят. Добавлю ванильный сахар. 1 пакетик. Сколько здесь у меня грамм? 10 грамм. Фу, какая прикольная. Сахаром со сметаной нужно будет добавлять желатин с водой, который размешала и уже настоялся. Он почти холодный. Итак. Божечки мои, господи, чтобы она не застыла. Сейчас это одновременно, да, немножко добавлять и размешивать. Итак, теперь мне осталось желе вместе со сметаной и сахаром закинуть фрукты и поставить в холодильник. Я сейчас порезала апельсины. Сейчас я это все перекидываю сюда. Сейчас я порежу банан еще. Все, порезала я банан. Опачки. Ладно, это все кошки. Сегодня кошке повезло. Сегодня у меня
много еды будет. И киви. И мой пирог фруктовый готов. Смотрите. Сейчас я подниму его. Опачки. Опачки, это мой пирог. Мой торт. Фруктовый. Ай, он капает, сметана капает. Ну, в общем, ставлю на несколько часов, посмотрю. Остынет он или не остынет. Все, всем спасибо за внимание. Я думала, он очень вкусный, потому что я его вот это пробую. Мне кажется, его сейчас так съем, даже не дождусь, пока он застынет. Очень классный торт. Пробуйте, дешево и экономно. Все, всех люблю, целую, всем пока.